Лок есть соленый, да, но он там долго, да, будет шкаф ставить. К Тонусу он может подойти. Ну давай есть. Посмотрим. Может подойти Анкил, Джареда, Эксек, Клыкач, Мастеров. Вы все там можете подойти. Соленый. Чё, чё, соленый? Ты в Долоране нормально держишься? А, все, иду, иду. Давай, лок должен быть у инста уже до того, как группа собирается, и уже шкаф ставить. Все, все, я уже под тут почти меня сумонил. Лока сумоньте, в инст с локом, и все, и в инсте шкаф. Вагончик одного возьмем, нет? Какого? Серега БШ. Давай. А Ромку что, кикнули, что ли, что-то не понял? Пятый, четвертый кат надо. Для ИВК. Ну да. Ну, можешь на замене посидеть, но смысл тебе это ЕП не получишь, потому что винста не можешь выйти. А, там же ИВК же у нас. Не, ну ладно, хорошо, все нормально. Так, один слот Горскому летим винте. Так. Тоже сегодня квесты сделал Навара, 15 осколков этих забрал. 95, еще 20 задонить могу за голоса. Давай, шкаф. А что, у нас пуги в рейге есть? Нету. Уже не знаю, Гурский написал оставить один слот, а он на БГ или где, я не знаю. Он а на почему на четырёх Эдзо? Он начал на РБК донесёт, я понял. Авида. Шланцева. Здрасте. Привет. 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 Здравствуйте. А мне вообще кем? А Вирендрел этот, как его? А Вирендрел еще ДЦ, ёпта. А, Вирендрел может Холика спекнуться. Я могу Холипала. Ко? Холипал есть. Нет, но я Вирендела могу в Холика спекнуть, у него вроде Холик есть. Ну как, у меня тут как бы ше 226, там 232 лишние. Привет. Привет. Здорово. Привет. Привет. Ну я отвечу, да, как обычно. Да? АДК нет, ёптаные демоны нет. А мы на новые идём? Хм. Вряд ли. Ну хорошо бы, если замочить Ануба. Нет-то. Благодарю за сельки. Ну у нас полчаса, наверное, так. Всем привет. ИВК 25 18:30, ГМ Груль Магик 20:00. А, да, полтора. Я чё-то, блядь, математика хуёвый. Ну, меньше, чем полтора. Ну да, уже 1:20. Зацените мою лопату. Не знаю, я только добрался. Здорово всем. Шреддер добрал. Он и Лем, да, потому что Эксерс... Виталик, нас... если кто-то хочет другую, я могу уступить место, типа, вешать. Йога выше. Серёжа, не, нормально.
Олимтхир протопал. Ага. Да. Кто? Не знаю, Шада, ты Лимптхер или нет. Просьба всех, кто в гильдии, переименоваться на свой ник игровой в гильдии, в Дискорде. А Эвинар Анвильфия в окуме сойдет, да, просто я не хочу менять. У меня рыба есть, поставлю рыбу. Ставлю рыбу. Кулак Хантам, дайте, пожалуйста. Сейчас все будет. Протопала? Нет, не прокачан. Ни у кого не прокачан. Бабла прокачана. Бабла, зеленый бабл прокачан. Так у вас ретрик есть, в чем проблема, извиняюсь? Ретрика не прокачан. Кулака так. Кто мне может настой сделать ледяного змея под снегом? Я ребафаю. Духов, надеюсь, нету. Да-да. По ханту. А протопал раздает каски. И он... Шреддер Кристо. А прота кто-то дает? Прота никто не дает, у нас ДЦ есть. Причем кто-то два ДЦ. Что, на половину закрыли? Пацаны, что ДЦ дает? Да все вроде хватает. А вот Виси есть холи пресс, да? Да, не... Вы... ДЦ в ри... На добавку. Подожди, НТ нет. Включите. Я захожу на короче, кого-то. Холика, он не спекнулся. Я ему сказал Холика, я не знаю, есть ли у него Холик. Он у него был Холик. Толковые хули. Тогда я, кулаки, холипал, кресты, шредер, каски. Протопал, можешь прото раздать попытку. Два ДЦ сдохну, да? Кто-то с рейтом долго грузится. Он пишет, что он не в ДЦ. Я не в ДЦ, потому что другой приз не может спекнуться уже 5 минут. Поэтому я спекнулась в холле приста. Очень долго все. Что с ума еще? Выся. Сейчас. Ой, пускай рейд разгрузится, ёбать. Подожди секунду, я релогнусь. Рейд, блядь, не прогружается, и все мне. А чё нахуй за хуйня с этим рейдом, блядь? Да забей. Сейчас все забьем. А, похуй. Давай так, будете без бафов.
Я. Пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий ливень. Клыкач Гурский, Гурский, где Гурский, блядь? Крыша. Ну, кстати, как не меняемся, да? Если на кому надо будет говорить. Чел. Его убили. Воп. Жесть, не вдейся. Бля, сняла все, короче. Пока до Бобы дошло, он уже кончился. Ну, он мне просто не помечается. Давай, серьезно. 4 строки. Все, что делать? Пожалуйста, разморозь меня, я рядышком, прошу, я танк. Я сзади. Прошу, ко мне. Всё, пиздец, я заморозил. Ну, куда я денусь? Офигеть, а если Блуштейшн разрастается, что ли, я... Мне просто заморозило в луже, лол. Сори, я тут немножко... Я не в танке. У меня нет на боди ни танка, блядь, как... А я давно его скинул, мне ПВП второй стрик, надо было сказать, ему сделал дары. Воздух повеял ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Озарение по Тви.
Тогда я на третий спек ролю. Вот, сказал сразу. БДК ДД. Блядь, ДД. Не ты, не пошли. Наконец-то фулл рейд вижу, ёлк. Друг, турбой, сдай пирогу. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовёт вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Чё, у нас три танка? Два танка, нет? У нас Войт дефис пятнулся. После ИВК чё идём? Грул Магик? И чем то будет? Можно, но будут. Мне просто интересно, а как можно брать две твинки этих? Типа рефракт, что ли? У меня такой же вопрос был. Рефракция, что ли? Нет, рефракт так не пашет, рефракт. Так. Лёна, сейчас сдохнет уже. Передала на всякий. Ой, блин, вижу посредине рейда-то. А, он бесполезен. Отправляйся в пустоту! Thank you.
Ухитило, да? О, нихуя. Ну, сука, тогда надо, хер упадет, отключаю. Утешение за ГП идет, ребят. Подлые собаки Альянса. Христа есть, вот, рыбы не надо. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Так, Карелов, а не конечно тут ребят? Если может. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Так, как в Скаде посмотреть вообще такое? Я не Скаде, у меня это... Да нет, умирать. Что-то ДПС дофига в этом рейде, блять, я смотрю по первому боссу, блять, а у него уже, блять, толка-то нет. Вириндел и Мосса вроде хотел. Не надо так-то, но я шаману уступлю, ему нужнее, чем мне. Встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Кто утешаю забрал? Победив их, вы заслужите достойную награду. Ардру? А мне тоже нужна была шея, но ладно. Зачем Ардру шею на ловку слал? Он на офспек, походу, вроде. Да. Да. Мы бросаем вызов Орде. Ну да. Если первый спек надо кому-то. Заберут, кто там доставит. Транквилити, Роган. Родина. Славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Хотя тут спорный момент. У него твинка, у него офспек, так что я тут такое сделаю. У меня нету ГП, я тут пришел. Будет. Да, давай мое дерево. Поставь луну, вот, красавчик. По диспелу, кто что?
Мне чинуть кого-то? Никто. Что, кого мы бьем? Беги, малышка, беги! Я тут, я пытаюсь его забрать. Нам к стенке нужно подвести, потому что в середине фигово танчит. Печеньку. Звезда умерла. Печеньку, бей печеньку. Вставай, друг. Бас здесь справа. Кого бьем? Дарт Вейдер жив. Дарт Вейдер АФК сегодня. Там вроде не слышно, чтоб кто-то дышал. Я тут просто. Неужели Конрад на мне держится, прикинь? Уже нет. Молотан, стрим. Там, мол, латник. Хоты снимите с Христа. Быстрее, бля. Там одного шумана хоты. Блин, я не слышу. Я слышу, кто-то гавкает, но чтоб дышал. Такая же фигня. Собака. Тут знаешь, может быть, это я. Кого следует? Мага добьем. А мага пускай 50% хп просто. На
гавкает. По-моему, это кто-то ищет блярили. Гавкает? Ребят, люди умеют дышать, ебалиться. По-моему, кто-то... Он умрет. Отведи собаку погулять, бля. Не, я говорю, типа, это шепотом пытается кто-то погавкать. Рогатки, пацаны, сердце остановилось. Я. Да вот там, если что. Это. О, блядь, бомжи случайно призывал, лол. Это эмодзи под бурст. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме... Топорик, блядь, нихуя. Я на подоконечник падает. Топорик, топорик. Убав на текалску, 2 минуты. Ебать ты, Жорик. Это у меня такая говно. Смотри, какое мне говно мысли. Я танчу с паладином этим, да? Что тебе угодно? Если сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Я под черной, да? Пал под белой. Во имя темного повелителя... Что это? Гера, окей. Что вы там танчите? Ты говорил про анонсы? Я уже дал, когда просаживался рейд вначале. Смена цвета. Себя оценили и признали.
Ну, а почему нет? Дал диван по Верендову. Он что-то в гильдии написал, но я не знаю, что. Эрендал, снимай диван. Слушай, а почему мы сапог не пили? Зачем? Ты как бы... Ави. Мы всегда пили. Я говорю, что... Да, я тоже прошло, как я всегда пила. Уф, тормах был, блин. А, XDS, короче, завис. Он говорит, что он рвал в Дискорде. Это... этот вылет сперва или это же... Они здесь очень помогут. Ты что, упал, да, сейчас? Всегда убивали без сопротов, сейчас будем убивать. О, дайте рыбу в натуре, пацаны, пожалуйста. Рыба наварена, половине минуты. Короче, я типа танк, какие мне сверки ловить, чтобы проект не залетал на нас? Белый, если ты потемный. Хорошо, понял. Джилл стоит, ой, хламобот. А рыбка будет? Когда не знаешь, как хилить Холи Престон. Так она и первая. Рыбку поставил, кофе. О, хорош. И лапа есть. Мне дайте это таск. Каску, есть каска в населенном, что ты врешь? Wait defender with еды. Привет. Лишь сплотив. Что-то рыбу есть не будет. Вон испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Кнопку подой, ДК, Алис. Ты одна ДК. Подолу,
надо будет спекать их, но... Диагро сорвал. Минусет. Перевожу, да. Нет. Не надо, зачем убил? Стойте на месте. Давай, приговорно. Где, блядь? Хуй ты. Шея кому-то нужна? Ой, да, очень. Какие штанишки нахуй мне нужны, блядь. Ой, я шею попросил. Тут его нет. Да? Good try. Да, один good try, дай позволь. Ну, да, 20 часов у нас есть арк. Ну, то что, потраем, а чё, Суджиро сорвал ограду? Ави сорвал. Блядь, Шрайдер меня в конце передамажил, ёб твою мать. А я два дебафа ловил. Почему? Алис, ты так Егор не давала, да? Главное разводить трэш просто. Забываю, что я единственный ДК в рейте и забываю Горн давать. Он у меня на одну минуту меньше, чем должен быть, потому что у меня другие малые символы. Ты сролила, отвиси. Я как бы его убивал. Да. Может быть, символ Мора на символ Горна поменять, он мне особо помогает. Я, кстати, знаю, что делать. Ну вот, символ Мора, например, типа, он вообще useless. Потом поставил. Маленький. Ну так зачем символ Мора? Ну вот, я говорю, типа, символ Мора, он бесполезный, типа, просто Мора на 5 минут. А ты на ком? На... В рейд. Да, вот у меня либо символ утрачения мертвых, либо символ Мора убрать. Кровотвод. Зачем? Кровотвод вообще выкидывай. Кровотвод тоже. А почему? Я не хочу дамаг получить. Ты один косарь получаешь дамага. Я танк. Ну, бля.
Ну, типа символ Мора, по-моему, вообще бесполезный. Там он хант какой-то хочет на РТ. Мистер Do You Better хочет. Ой, гильда, кто плюсует Костя? Одна дерна. Ты поменяй Агору на лед, пожалуйста. А тут по очереди. Так я вам предлагаю спекнуть третьего танка, это раз, и подводить жуков под босса, два, нет? Ты что-то как-то сказал, я ж вам нахуй. Типа про то. Короче, по идее 4 танка надо. Да? Короче, тут 3 танка надо. 2 лужи, вот одна здесь вот, да, разбивается, ну, вот здесь. 4 надо, 2 шукарного танка шок. Вторая сюда вот. Нет, один танк держал Ануба, и 2 танка держали жуков. 2 жука топа шотнут танка, блять. Нужно 4 танка. Как
Не знаю, мужиков ну, под босса не вводили, мужиков отдельно убивали, отдельно уже. Я еще скилл ваншот. Листы пусть не контролят. У жуков есть скилл ваншот, их контролить еще нужно. Сбивать кас, теневой удар называется. Саппорта пить. Дизмораль. Саппорта зачем? Ну, я типа помню, что там в одной гильдии, типа на сарабане. Я куда? Место станет вашей могилой. Что это? Больше не было Зарылся. Веду крест. Все пиздец. Не успеваем, заливается по жуков. Да, у нас еще очень много неодетых в рейде. Если идти на этого босса, надо идти основами всем. Не вот мне вот этим обоссанным холли присутствовать. Мы свободны. Ты еще дай. Поставьте портал. И... Не, ну Войд, давай договоримся, что мы его будем травить все-таки. Подожди, Алис. Давай, а когда? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нас сейчас целка 25 хм, а не чтобы травить бесполезного нуба. Мы один день можем поделить. Ну там предвисовые плащи как бы падают на нубе. Вот, и короче, там в прошлой гильдии. В прошлой гильдии моей, типа на 25 ВК гер, типа там все половину давали было по людям на взрывание, вот. Типа, я не знаю, куда уже давали, когда этот... Там... Во-первых, там... Там просто на всех голову давали. Чё ты несёшь? Ну, просто было очень один вдаль. Было просто мон. Не, ну, у нас всего пол рейда паладинов было, и поэтому да, вот. Да, я тоже.
Так, у нас полчасика АФК есть, да, до Грульмагик? Да.